Приветствуем вас! В этом видео разберемся, как работает и для чего нужен журнал объемов Volume Journal. Журнал объемов применяется для того, чтобы найти цены с максимальным объемом за выбранный интервал времени. Давайте рассмотрим на примере фьючерса на S&P. Вбиваем тикер, выбираем интервал. Это день, неделя, месяц, либо весь контракт. Выберем текущую сессию, выберем текущую дату. И кликаем Apply. Итак, что означают эти цифры и как их правильно интерпретировать? Давайте разберемся с каждой из колонок. Так, в колонке Volume у нас отображается наторгованный объем по конкретной цене к тому моменту, когда эта цена стала ценой с максимальным объемом. Например, на текущий момент ценой с максимальным объемом является цена 37.75. К 10 часам 41 минуте по чикагскому времени с начала торговой сессии было наторговано 11 010 контрактов. А в колонке Now Volume мы видим суммарный объем, наторгованный по данной цене на текущий момент, на сейчас. Давайте возьмем еще один пример какой-нибудь, чтобы лучше понять, как функционирует журнал объемов. Например, цена 37.90. Видим, что в 10 часов 10 минут по цене 37.90 было наторговано 9290 контрактов. Этот объем перебил предыдущий объем по цене 37.85 и в моменте стал ценой с максимальным объемом. Но уже спустя 14 минут по цене 37.85 было наторговано 9536 контрактов. То есть уже эта цена перехватила лидерство и стала ценой с максимальным объемом. А на данный момент с начала сессии по данной цене уже наторговано 10435 контрактов. И давайте перейдем к остальным колонкам. Now Delta Tick Direct. Now Delta Tick Direct – это суммарная дельта по данной цене, рассчитанная по направлению тика. Now Delta Aggressor – это суммарная дельта по данной цене, рассчитанная по инициатору сделки. В чем отличие между этими типами дельты описано в отдельной статье. Ссылка будет под видео. Любую цену из журнала объемов мы можем скопировать и вставить на график. Кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем Copy Line, либо Ctrl плюс C. И на график мы ее можем вставить в меню Setup, Lines, Paste, либо горячей клавишей Ctrl плюс P. Зададим цвет линии. Также можем задать текст, максимальный объем текущего дня. И на боковой гистограмме видим, что на самом деле максимальная цена текущего дня она совпадает. И видим, что число также совпадает. А теперь давайте попробуем найти максимальный объем прошлой недели. Выбираем недельный интервал, выбираем дату и кликаем Apply. И по колонке Now Volume можем отфильтровать значение. Видим нашу цену с максимальным объемом, скопируем ее. И чтобы сверить, так ли это, загрузим график за предыдущую неделю. Добавим эту цену на график. Выберем цвет, например, зеленый. Подпишем эту линию. Максимальная цена недели. И да, по боковой гистограмме мы видим, что цена совпадает и число также совпадает. И таким же образом можем идентифицировать максимальный объем месяца и контракта. И в завершение рассмотрим меню Setup. Здесь у нас доступна фильтрация на каждую из колонок. Например, можем отфильтровать значение колонки на Volume выше 30 тысяч. И вот наше искомое значение. На этом у нас все. Если что-то осталось непонятно, наша техподдержка всегда рада помочь. Контакты в описании. Спасибо за внимание и хорошего дня.